Новгороде открылась художественная выставка «Советский Север». Большой раздел ее был посвящен Коми АССР и молодому городу Усинску. Что знаете вы об Усинске? Такой вопрос мы задали посетителям выставки. Усинск. Вы знаете, я знаю такую реку Уса, а Усинск, наверное, ничего. Что вы знаете об Усинске? Ничего. Ничего. Я тоже не знаю ничего о нем. Я тоже ничего не могу сказать. Мы пришли посмотреть выставку, а ничего еще не знаем. Это какой-то город в Сибири. Что-то... И, видимо, какая-то новостройка. Да, небогата еще молва об Усинске. Но вот что рассказал нам первый секретарь Усинского райкома партии Юрий Алексеевич Спиридонов. Усинск сегодня это самый молодой город страны. И 10 лет назад, там, где ничего не было, сегодня создан новый нефтедобывающий район на Европейском Севере. Город небольшой, город молодой, но очень значительный, и не только в экономике нашей республики, вообще значителен в нефтедобывающей отрасли страны. Значителен и теми молодыми людьми, которые посвятили свою жизнь освоению нашего прекрасного Европейского Севера. Щедро наделила своими богатствами этот край. Такие вокруг просторы. И хватит всем здесь места, и нефтепромыслам, и оленьим стадам. На всю жизнь запомнил первую скважину, и как все начиналось, бригадир монтажников вышек Мубарак Ахат. Я приехал сюда в 70-м году из Башкирии по вызову Коми-Бурнефти. 250 буровых построено в бригаде. 70-го года, вот по этому году уже. Значит, бездорожьем ездили, трудно было. В общем, было бездорожье, болото кругом. Но мы к этому все-таки не боялись, ни трудности. Все равно мы шли вперед, вперед и вперед. Снесут старые балки и бараки, и еще выше покажутся современные дома. А следующее поколение, теперь уже коренных жителей, воспримет как должное город Усинск. Северное сияние разноцветное, строят новые здания. Северное сияние очень красивое. Оно переливается на желтые, красные, голубые, иногда даже на зеленые цвета. Мне жарко. Хорошие учителя. Это ровесники Усинска, третьеклассники. И как радует, что половина всего класса, те, кто сейчас поднял руку, родились здесь, в Усинске.
бурового мастера Анатолия Ивановича Калюжного счастливая судьба. Его называют первооткрывателем, ведь именно в бригаде Калюжного с глубины более 3000 метров забил первый фонтан нефти на Багане. Геологическая площадь Баган – это надежда. Это путь дальше, на север. Баган – это будущее города. Доброй улыбкой вспомнят усинцы маленький уличный рынок и его первооткрыватели, рискнувших приехать сюда из солнечных республик. Да и какой же город без рынка? Здесь все как в больших городах, и люди обживаются всерьез и надолго. Ведь расстояние теперь не помеха. Для современных увлечений тоже. А увидишь, поймешь и полюбишь этот край, где бесстрашные люди среди топи возводят дома. И встает у высоких широт светлый город, рожденный мечтою, и живет здесь веселый народ. Но грустит мое сердце, не скрою, сколько лет без тебя, сколько зим. Для меня нет желания друга, приезжай поскорее в Усин. Город мой у полярного круга, на возле отсвел и вончай. Вот и кончилось здешнее лето, только песня моя не про это, а про это я так невзначай. Ну, 10 лет назад здесь, среди болот, среди тайги, начался возводиться город Усинск. Сегодня город как таковой создан. Созданы мощные производственные базы для того, чтобы решать главную задачу, для чего нас сюда прислали на север. Дать стране нефть. И вот то, что мы здесь видим, открывается вид на строительную площадку нашего дома техники. Это первый такой серьезный, настоящий культурный центр, где молодые усинцы смогут найти второй дом. Мечта дальнейшая. В нашем доме техники установить орган, потому что наши люди до этого уже дожили. Нужно красиво жить, полно жить, интересно жить, чтобы интереснее было и работать. Точка. Они уверены, что скоро, очень скоро Усинск станет в ряд таких молодых городов, как Норильск или Братск. Усинск растет, Усинск строится.